Между тем, власти Ямала планируют создать черный список большегрузов для того, чтобы обезопасить зимние автодороги и заставить перевозчиков соблюдать правила проезда по ним. Пресс-служба губернатора сообщает, что в текущем году объем грузовых перевозок по зимним автодорогам возрос на 28% по сравнению с прошлым годом. Интенсивность нагрузок увеличила угрозу разлома льда. Теперь транспортные средства нарушители за перевес будут фиксироваться и заноситься в черный список. А с такой отметкой выезд на зимники и переправы будет невозможен.